Представляю вашему вниманию мастер-класс по вязанию спицами женской футболки частичным вязанием. Присоединяйтесь. Так, ну вот и готова одна деталь. Это у нас, как я уже сказала, да, футболка вяжется частичным вязанием. И я подготовила вот такое краткое, так сказать, описание именно этого изделия. Конечно, существует погрешность. Не забываем, что это платочная вязка. Платочная вязка имеет такую тенденцию, да, как все-таки маленько тянуться после ее, после проведения ВТО. Это первое. Второе, значит, она полностью вяжется платочной вязкой. И так, что-то я еще хотела добавить. Не помню, но добавлю. В общем, я уже, как, так как повторяюсь, да, я не буду писать по новой всю эту схему вязания. Но у нас вяжутся две одинаковые детали. Я вяжу вот из такой пряжи. Катя Лусиана, да, это 50 грамм на 115 метров. 70% хлопка, 30% акрила. Это замечательный такой хлопковый шнурок, оплетенный акриловой ниточкой. Смотрится очень чудесно, замечательно. И для этой футболки можно, я предполагаю, все-таки использовать все возможные виды пряжи. Но давайте берем как вариант, это все-таки летний. Допустим, хлопковые пряжи, да, так как будем сейчас говорить о футболке. Не обязательно в этих цветах, да, если там взять бело-синюю или какую-нибудь бирюзовую, получится такой морской стиль. Если взять бежевый, то там или просто серый, да, это получится такой классический цвет. У меня еще используется здесь пряжа Белла. Но было в два сложения, потому что в одном мне не понравилось, а в два сложения, да, она получается плотнее, нежели вот это полотно. Но так как это, в принципе, идет по низу, и я думаю, что придаст некую такую тоже, ну, актуальность, да, изделию. Вот. Так как сейчас уже одно полотно готово полностью, вяжем второе полотно. Каким образом вяжется, я коротко объясню. Параметры моего изделия. 52 сантиметра ширина, 56 сантиметров высота, длина изделия. Вот. Насчет частичного вязания, значит. Будем называть это, допустим, ну, или там сектор, или что-то прямо повылетали слова, которыми можно... Фрагмент, допустим. Будем просто вот так говорить. Буду один фрагмент, первый. Первый фрагмент я вяжу черной пряжей. Вот оно. И стрелочка обозначает направление, как мы вяжем. Получается, снизу мы провязываем вверх. Второй фрагмент, это уже идет частичное вязание, полосатое. Мы тоже вяжем снизу вверх. Третий фрагмент мы также вяжем полосатым снизу вверх. Четвертый фрагмент мы вяжем уже наоборот, вертикальные полосы. Получается, от второго и третьего в сторону. Пятый фрагмент у нас будет опять горизонтальное вязание. Ну, все, уже здесь идут полоски кругом. Да, вот это уже все пошли полосатые. Два ряда, ну, назовем это серой пряжей, два ряда черной пряжей. Все это вяжется платочкой. То есть, по сути, как для того, чтобы связать эту футболку, не надо быть великим мастером, мастером. То есть это, ну, здесь нету этой нужды. И последний, шестой фрагмент. Мы опять вяжем вертикальные полосы от пятого и третьего фрагмента. Так сразу говорю, да, что я уже начала вязать второе полотно. Сейчас я покажу некоторые его нюансы.
И буду еще как говорить. Вот, допустим, первый фрагмент номер один. И я здесь вот просто говорю, ну, то есть будем считать его рубчиками. Я не буду считать рядами там какими-то или еще что-то. Я говорю за то, что... То есть 15 рубчиков, это там 30, но так как здесь наборный край, да, скорее всего, там 31 ряд. 15 рубчиков. Рубчики, так как мы вяжем платочным вязанием, то есть все ряды идут лицевыми, это получается по лицевому ряду мы смотрим вот изнаночные ряды. Вот, и этот каждый ряд изнаночный в лицевом ряду изнаночных петель мы называем, просто я называю рубчиком. Вот. И он у нас составляет, я вот так буду говорить коротко, 11. Извиняюсь, как-то косолапо нарисовала. 11 сантиметров. Но, опять же говорю, не забываем, девочки, что это платочная вязка. Она пройдет ВТО, тем более это хлопок, да, там, и, ну, как бы это все меняется. Дальше у нас идет, ну, я так примерно говорю, 15 сантиметров. Здесь опять 15 сантиметров. Ну, и здесь примерно, здесь чуть больше, да, 15, это вот этот третий. 15 рубчиков, 11 сантиметров. То есть... Ну, как я уже и сказала, что это вязание, это лишь всего лишь творчество, да, вот как бы придумывайте, творите, воплощайте то, что как хочется. Захотели провязать там не 15, там, а 25 этих одним полотном, ну, мало ли, как вам хочется. То есть пробуйте. А в данном, как бы, а-ля мастер-классе я скажу, как, расскажу, как именно я связала именно это конкретное изделие. Вот и все. Дальше, значит, я показываю, что я уже связала часть и скажу, с чем я столкнулась и какие для себя тут сделала выводы. У меня на данный момент, так, сейчас мы, наверное, вот так чуть отодвинем, чтобы было более видно, и показываю, значит, на данный момент я связала уже, получается, первый фрагмент, второй фрагмент. Да, вот второй фрагмент я связала, третий фрагмент и четвертый фрагмент. И я как вот сейчас, допустим, здесь могу сказать, что так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, да, рубчиков. Фрагмент номер 2, 27. Рубчиков, и примерно это 15 сантиметров. Но я скажу, что я не, ну, не прямо вот все это здесь уже чуть-чуть я обдала паром, это нет. Вот здесь, по-моему, на 2 ряда больше, точно не буду врать, но сейчас скажу. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Фрагмент номер 3 равно, по-моему, так, 28 рубчиков. Но, наверное, я сейчас еще более конкретно прямо сяду и пропишу, посмотрю. Но это тоже также примерно 15 сантиметров. То есть я примерно выделяю, потому что, ну, мне надо добрать 56 сантиметров. Для того, чтобы, ну, вот, итоговые 56 сантиметров, по низу уже вот 11. Значит, вот эти три, а эти три фрагмента примерно одинаковую высоту. Соответственно, ну, вот 45 сантиметров, каждый примерно по 15 должен выйти. Вот и весь рассказ. Дальше набор. Здесь я набирала, получается, так же, как и здесь. А, забыла сказать, сразу говорю, что все ряды вяжутся не так, как мы обычно вяжем кромочную изнаночной петлей. Нет, в данном изделии все кромочные петли провязываются лицевой петлей, и получаются вот такие рубулечки. Уж насколько надобности, это, в принципе, футболка почти по описанию вяжется, поэтому насколько уж надобность именно так вязать, не знаю.
Но я вяжу так и решила, что не буду напрягаться. Чуть-чуть, так как здесь идет стягивание, я набирала, получается, мало того, что в каждую, и несколько петель я добрала. Не буду врать, допустим, 4-5. Я скажу итоговую цифру, сколько петель я набрала по вот этой детали. По этой детали, кстати, да, сейчас я, да-да-да, я вот здесь 59 петель. 59 петель, да-да. Сейчас я же не начала с самого начала вам, извините. Для того, чтобы выйти на нужные мне сантиметры, как мне нравится, я набираю 97 петель. Самым простым набором, который только вот набирайте любым, каким вам нравится. Набрали 97 сантиметров и вяжем платочкой. 11 ли сантиметров, 15 ли рубчиков, там это получается там что, 31 ряд, да, грубо говоря. Не заморачиваемся. Я выбрала для себя, что мой лицевой ряд, извиняюсь, если где-то будут белые махрульки, вот, что мой лицевой ряд будет, ну, мы знаем, я простым абсолютно набором набирала. И получается, когда он с одной стороны смотрится косичкой, со второй стороны пупырками. Я выбрала сторону пупырок для лицевого ряда. То есть я считаю, что в этом полотне это самый, ну, такой оптимальный вариант. Все. И провязала 97 петель, 11 сантиметров, либо там сколько-то рядов в высоту. Далее я отсоединила. Ну, можно там на ниточку, на веревочку, на... куда-то просто положила эти большие булавки, на что угодно. Ну, вот, так как я куда-то положила свои специальные вот эти спицы-булавки, я поэтому пересняла просто петли. У меня здесь сломанная спица, ужас. Просто на вот сломанная спица, грубо говоря, 39 петель. То есть вот здесь сняты 39 петель по одной стороне. Вот. Причем вязание идет не симметрично, да, то есть они как бы между собой стыкуются, а полностью просто одинаковых два изделия. Все. Так как я оставила 39 петель, у меня вот в этой на, то есть вот это пишу, 97 петель. Так как я для второго фрагмента уже все отсоединила, у меня осталось здесь 58 петель, да, и я провязываю вот столько рубчиков. К слову, рубчики я стала, допустим, как, смотри, для себя считаю, да, я считаю не оба, белую и черную, я считаю второй рубчик. То есть, получается, у меня первый ряд белый рубчик, второй черный. Я считаю, допустим, я посчитала для себя черные рубчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13. 13, да, рубчиков, то бишь 26. Но закончила я, начала белый, закончила белый, то бишь это 27 рубчиков. Сколько там рядов умножаете сами. И это 15 сантиметров после проведения ВТО. Все. Как мне надо, пусть там плюс-минус сантиметр будет туда-сюда шататься, это не страшно, это трикотажечка, это все хорошо. Далее я опять откладываю на дополнительную, ну там, не знаю, спицу ли, еще что-то, то есть оставляю здесь открытыми петли. Но могу сказать так, если вам это неудобно, закрывать в итоге, делать сшивание, закрытие по открытым петлям, все очень просто. Закройте просто, но единственное, с некой свободой, то есть не то, что прям расшатанное, да, такое закрытие. Пусть будет просто закрытие, и все. Потом сошьете здесь, и проблем нету. То есть можно, конечно, провязывая ряды, здесь сразу привязывать, но мне не понравился результат именно на этой пряже. То есть, может быть, если бы была только такая пряжа, был бы лучший результат. Вот, либо это была бы какая-то полушерсть, либо, допустим, полухлопок, более такой мохнатенький, который там
типа джинса, да, может быть, был бы другой результат, и было бы хорошо. В данной ситуации мне это не понравилось, поэтому я сшивала по петлям. Но сделайте так, как вам это удобно, и все. То есть можно не снимать тогда на отдельную, а закрывать, а потом пришивать. Вообще проблем, думаю, что с этим нету. Все, значит, провязала я 27 рубчиков, это сколько там, 54 ряда, да? Правильно, нет? Ну, 54 рубля, ряда, 58 петель. И опять оставляю здесь 20, сейчас я вам скажу, девочки, 2, 32 петли. Правильно я сказала. То есть вот здесь я оставляю 32 петли. Все, 32 петли. Мы отложили. То есть у нас остается из 58, мы отнимаем 32. Это что у нас? 26, да, петель? Но я прибавила одну петлю. Почему-то мне так захотелось. Показалось, что это будет правильно. Вроде как, ну, типа, после того, как будем добирать сюда, этого можно не делать. Я это сделала. Ну, то есть, под какой-то там мыслью, то есть, я добавила, да, и у меня получилось здесь 27 петель. Это получается 26 плюс 1. Я ее здесь в конце, ну, и ровненько все смотрится, все хорошо. И дальше мы вяжем уже третий фрагмент. Опять мы вяжем просто вертикально, ой, ну да, горизонтальное вязание, то есть снизу вверх, вяжем 28 рубчиков, смотрим, да, как отследили, сделали, молодцы. Получается, сейчас я точно вам даже скажу. Двадцать восемь рубчиков. И вяжем мы на 27 петлях. Все, связали. Опять у нас остается открытый ряд. И что я делала в данный момент? В данный момент я делала как? Я этими же спицами вязала вот это. То есть у меня это здесь оставалось вязание. Конечно, да, девочки, ниточки придется позаправлять. Тем более пряжа у меня еще была, как несколько пробничков, да, я эти пробнички тоже вывязывала, чтобы они не пропадали зазря. Придется позаправлять хвостики, но это не страшно. Тем более, я думаю, что на этой пряже это не особо будет и видно. Все, дальше мы набираем с торца. Ну и, как я уже сказала, все кромочные петли мы вяжем, получается, лицевыми. И, получается, с торца второго и третьего фрагмента я набираю 59 петель. Это фрагмент номер 4. Я набираю 59 петель. На самом деле это несколько больше. То есть я набирала их как бы в каждую, вот эту между пупырками. То есть можно в пупырку. Сделайте так, как вам кажется красиво. Так, как будет смотреться на вашей пряже именно ваше вязание. Я рассказываю, как делала я. Я делала вот в эти перемычки. И я добавила несколько, 4-5 петель я делала добавочными, потому что, ну, чтобы вязание немножко вот оно будет стягиваться. После стирки, это, говорю, все разляжется вообще хорошо. После даже чуть-чуть если обдать паром, вообще все чудесно ложится. Поэтому все, сделали. Дальше мы вяжем, получается, уже были горизонтальные, вертикальные полосы, то есть мы вяжем от фрагмента 2 и 3 в сторону бок, да, в сторону бока. И вяжем, получается, 39, по-моему, рубчиков. Сейчас точно вам скажу. Правильно, 39 рубчиков я связала.
Но я исходила именно из количества петель, которые я оставила здесь. 39 рубчиков я связала. Также, ну, начинала я набирать здесь именно контрастной, такой темной нитью. Мне показалось, это смотрится лучше, нежели серый белый. Но смотрите, вдруг вы вообще будете вывязывать всякие остаточки пряжи и вообще, то есть, не заморачиваться потом, ну, какой цвет и как вы будете добирать. То есть, на самом деле здесь важно именно вот эффект видения, да, как расположены полосы, горизонтально ли, вертикально ли. Все, закрытие я сделала тоже банальное, обыкновенное, самое простое. Ну, я сделала светлой уже нитью здесь закрытие. Потом это вот так зашьется, прошьется, и ничего не будет видно, все будет хорошо. Все. Дальше, и осталось у меня связать два фрагмента. Я здесь, получается, добираю те самые пресловутые 39 петель. 39 петель, которые, ну, вот мы внизу оставили, здесь мы их теперь добираем на этой боковой, на этом торце фрагмента номер 4 мы добираем 39 петель, а здесь у нас с вами 27, то есть как бы на одну больше, нежели здесь. Поэтому, когда я буду добирать, я одну петлю сокращу. Вот и все. И у меня опять выйду я на фрагмент номер 5. Это опять тоже там сколько-то сантиметров, я не знаю. Да, это выйду опять снова на 58 петель. Но я думаю, что в принципе в данной футболке оно не будет великой разницы, если вы где-то там на одну петельку больше, на одну петельку меньше. На самом деле, да, ну, если вы, конечно, дикий перфекционист, которому заняться более это нечем, можете вот эти петельки все прямо вылавливать. В жизни никто этого ничего не заметит, вообще не обратит внимания. Все. Все, мы добираем петли, и получается у нас здесь снова вот этот, да, фрагмент номер уже пятый, 58 петель, те самые, которые мы здесь. И мы вяжем точно такой же фрагмент, как и фрагмент номер 2, получается 27 рубчиков. Ой, запуталась в буквах. Те же пресловутые 15 сантиметров провязали вверх. Я оставила пока петли открытыми, а уж закрою ли я их или как я буду делать, пока я еще этого не придумала. Думаю, когда буду сшивать, я уже обращу на это внимание. И у нас останется связать шестой фрагмент. Шестой фрагмент мы привязываем к фрагменту номер 5 и номер 3. И помним, что фрагмент второй и фрагмент пятый у нас одинаковы по высоте. То есть, по сути, высота фрагмента номер 6 и фрагмента номер 4 одинаковая. Поэтому здесь мы также набираем, ну, так вот как-то не очень, да, получается, аккуратно пишу, мы набираем 59 петель. Да, это получается как бы в каждую вот эту перемычечку идет набор, в каждую перемычечку, но в несколько перемычек, по-моему, 4-5, да, вот как бы там будете набирать, вы поймете. Хопс, равномерно добрали, если, ну, я не буду врать сейчас, 4 или 5 я добирается, получается. Я на глаз это делала, поэтому вот мне так казалось правильным, я так сделала. И вообще я вот так вяжу. Смотрю, нравится, молодца. Не нравится что-то там, я тут же на глаз меняю, добавляю, убираю. Ну, вот как-то так я вяжу. Поэтому говорю, как я вязала. Все. И фрагмент номер 6 мы также вяжем, получается, уже вертикальными полосами. И сейчас скажу, сколько рубчиков. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 28 30 32. Да, девочки, 32, мы же оставили здесь 32 петли, поэтому 32 рубчика мы здесь и вяжем. 32 рубчика. Все. И закрытие происходит, то есть, ну, 32 связали уже, когда, и потом только закрываем. То есть я также начала здесь
темной, как и здесь я начала темной, как бы я и здесь я начала темной. Я единственная девочки маленько пожалела, что я здесь не закончила темным рядом. Это было бы лучше, либо если бы я сшивала здесь. А сшивала я, кстати, здесь темной нитью. Да, сшивала здесь темной нитью, но это не привело к должному результату, потому что здесь все-таки вот эти рубчики, и рубчики добавляют контрастность. В общем, здесь надо... Извините, что кашляю, но буду кашлять. Что я могу сказать? Вот эти темные канты, они придают некую контрастность и выделяют вот этот наш провязанный фрагмент. Поэтому предлагаю вам уже вязать все-таки таким образом, что фрагмент вот этот номер 2 закончить более темным. А уже фрагмент номер 3 закончить более светлым. А начать вот уже вот более темным здесь добор, и тогда получится вот эта выделенность более яркая. То есть, ну, у меня вот этот кусочек оказался не выделенным, но я как-то на этом изначально не акцентировалась, да, не это не обратила внимания. Я об этом задумалась, когда, ну, о цветах вот этих, когда уже здесь начала добор, что все-таки темный, он более, ну, мне кажется, в данной ситуации, в данной пряже лучше выделяет. Все, связала и такое же сделала простое закрытие. После того, как я свяжу все эти детали, ну, вот мне осталось 5-6 фрагменты провязать. После того, как я их свяжу, я чуть-чуть обработаю паром, потому что сейчас это дело, оно у меня жмулькалось, это уже тут растрепалось, но неважно. И я буду закрывать по открытым петлям. То есть получается, ну вот как... Вот здесь открытые петли, ну, изображая вот это закрытие через... Кстати, я забыла. Нет, я не через рубчики, опять между рубчиков присоединялась. Но хотелось мне вот здесь маленько вот эти рубчики оставить. Ну, могу так сказать, что нифига они не остались. Хотя я здесь хотела выделить именно эти рубчики. И закрытие мне больше даже нравится, что оно как-то здесь вот смотрится более интересно. В том плане такое более выделенное по изнанке. Одним словом, девочки, не печальтесь особо, не грустите. То есть это вязание, это кайф, вязание это удовольствие. Простая футболочка, которая нам доставит удовольствие в ношении летом, то есть очередная сминочка. Простая, да, вот как бы, грубо говоря, одни лицевые. Поэтому просто вяжем и наслаждаемся. Все, связали, значит, здесь пришили. Если вы сделали здесь закрытие этих 39 петель, еще лучше аккуратненько завернули крючочком, иголочкой, закрыть, сшили между собой. Ну, посмотрели, как шовчик будет смотреться, какой вам он больше нравится. Попробовали несколько вариантов, остановились на том, что вам гоже, и сшили между собой. Все. И получается здесь мы так как вяжем фрагмент номер 6 таким же образом, как и фрагмент номер 4, у нас тоже останется вот этот 29 петель, которые тоже надо будет между собой сшить. К слову, изначально я планировала сделать вот эти два фрагмента одинаковыми, то есть фрагмент номер 2 сделать немножко побольше. И здесь я хотела поуже. Но когда я для себя начала уже вязать, визуализировать уже как бы сам процесс, я поняла, что это будет смотреться... Ну, мне не понравился результат, как это будет смотреться. Потом у меня была мысль наоборот здесь оставить пошире, да, вот этот поуже. Но решила, что нет, вот пусть оно вот таким вот образом, как бы не полная симметрия. То есть оно, в принципе, изделие симметрично, вот данное изделие, но не полная симметрия. Все как бы здесь получается, я, ну, как бы можно было, да, на 5 рубчиков, на 5 петель побольше, здесь на 5 петель поменьше, и вот эту прямо по центру сцентровать. Но я этого делать не стала, я специально сдвинула в сторону. Сдвинула я вот в эту сторону. Вверх оставила поуже,
Ну, то есть я сделала так. И показываю, как вязала именно я. В принципе, если вы там вообще страсть какая-то, дотошный человек, такое тоже бывает, возьмите тогда здесь, сделайте вот эти две петли, да, ну вот одинаково, грубо говоря, здесь побольше, здесь поменьше, они будут одинаковые, это будет четко на середину выйдет, захотите поуже, захотите пошире, ну, то есть тут уже сами сделаете расчет по петлям и все. Но мне этот вариант, вот такой вариант, мне нравится больше. Я считаю, что это смотрится, ну, как-то это более интересно. Все, не забываем, девочки, что это платочка, платочка пластична. Хлопок в какой-то момент дает усадочку, при носке он тянется. Поэтому, в общем, девчонки, наслаждаемся и вяжем. Как это, про то, что вяжем все кромочные и лицевой, я написала к слову. Если вам интересно, каким образом я делаю смену цвета, я сейчас подключусь и покажу, когда начну уже здесь вязать. Но сразу говорю так, что я, вот, грубо говоря, сейчас присоединю темную линию, пряжу и сделаю добор 39 петель. Да, здесь вот одну я уберу. И у меня будет вот это количество, 58. Начну вязать. Провяжу, получается, туда лицевыми петлями, обратно. Кромочная будет лицевой петлей. Все развернулось, провязала обратно. И дойдя до последней петли, я ее провязываю той нитью, на которую меняю. То есть будет темная, буду менять на светлую. То есть последнюю кромочную петлю я провязываю светлой петлей. Все, провязала, развернула вязание, пошла вязать. Первая петля у меня уже провязана светлой. Я провязываю и вот эту темную нитку, получается, вот у меня будет как бы идти, но я не знаю, как это показать, но, в общем, я, получается, вот так чуть-чуть ее, вот не то, что там перекручиваю, но я ее закладываю, то есть у меня будет белая рабочая нить следующая, да, черная нерабочая, то есть я ее чуть-чуть закладываю за белую нить, вот таким вот образом, все, при смене ряда, и таким образом... Так, у меня сейчас нигде не видно, да, уже. В общем, они, их не видно, они не мешают, и они аккуратно меняются между собой и нити, очень аккуратно смотрятся вот здесь, да. То есть вы смену нити, естественно, не увидите ничего. Вот это край вязания. Все. Здесь вот маленько первые петельки, они маленько сейчас растянуты. Уже когда буду заправлять нити, этого ничего не будет видно. Все. Вот таким образом сильно перекручивать. Я здесь ничего не перекручиваю. Все провязала. Вот он также край, также он рубчиками. Все, развернула вязание, понеслась в одну сторону лицевыми, вплоть до крайней. Перевернулась, пошла дальше. Опять дохожу до последней петли. Смена нити. Я, получается, меняю ее на следующий цвет. И все. То есть вот таким вот образом я провязываю. Вроде как, ну, если сейчас это попробую еще подключиться, но боюсь, что я не смогу прямо вам показать так, чтобы вам было это видно. Не настолько хорошо мое оборудование и освещение здесь. Но как есть. Так что, девоньки, не девочки и мальчики, не стесняемся. Вяжем, вяжем. К слову, да, вот до ВТО, вот после ВТО, девочки. А после стирочки, а если еще повесить, не дай бог, да, то она еще больше потянется вниз. Ну, вот платочка, она такая. Вот такая игривая девочка. Все, вяжем, наслаждаемся. Все, дойду, наверное, уже, либо покажу смену нити, либо, может быть, как я прошиваю. Но вот говорю, у меня это вряд ли здесь получится, то есть мое оборудование не позволяет такие вещи сделать. Тем не менее, провязываем, в общем, две одинаковые детали. Все. Все объяснение написано. Если будет необходимо, я, наверное, ну не если, а я, наверное, еще потом просто добавочно разрисую, ну, нарисую добавочную какую-то, более ясную картинку с объяснением. Ну, вот такие вот то, что я здесь сейчас говорила. Можно будет сделать скриншот и спокойненько все связать.
Когда будут готовы две деталечки, соединить. Это я снова подключусь, либо еще перед этим покажу, что я делала еще. Так, ну вот решила показать все-таки, как я делаю смену нити. Вот я провязала ряд, и у меня осталась последняя петля, и мне надо ввести новый цвет. Я ввожу светлую пряжу в данный момент, так это, и получается как бы первый цвет, да, более темный, я завожу за эту нить. Все. Кромочные мы вяжем лицевыми. Провязала. Переворачиваю вязание и заворачиваю, ну, то есть с этой стороны, чтобы образовался рубчик. Все. И теперь в данный момент вяжем дальше. И получается, вот у меня две нити. Что-то не очень фокусируется как-то. Но надеюсь, что вам видно. Завели, когда мы перевернули вязание. Мы, получается, вот из-под низа выводим новый цвет, а предыдущий цвет кладем сверху. Нить, и тем, таким образом край образуется очень аккуратный. И, ну, как бы, вот эти все переходы получаются очень аккуратненькими. Все. И продолжаем вязание полностью лицевыми петлями. Все. Здесь получается очень аккуратный край, если таким образом вязать. Так, ну что ж, подводим итоги. Вот мы когда связали два полотна одинаковых абсолютно, мы их просто сшиваем между собой. Плечевые швы я имитировала как бы петля в петлю, продевая, получается, открытые петли, соединяя с рубчиками другого полотна. Оставила то место, которое я считаю нужным для горловины. Ну, а каждый, я думаю, что сам решит, побольше ли ему сделать, поменьше ли наоборот. И, ну, то есть я, ну, как, на мой взгляд, я сделала оптимальное расстояние для горловины, которое составляет 22, по-моему, сантиметра примерно, я так измеряла. Так, после стирки получилось уже 24 сантиметра. Ну, может быть, тут 23. В общем, я считаю, что это оптимально. Также я оставила для рук 15 сантиметров, чтобы, ну, подмышки вот это все было как бы не особо видно, но это достаточно даже на мою широкую руку. А это все-таки поменьше размер. Вот. Боковые швы я сделала простыми. Я провязала их... Господи, забыла, девочки, слово. А, крючком я просто сшила. Да, здесь получается такой рубчик. Но он жить абсолютно не мешает. Внизу я оставила небольшие разрезы. Примерно 7 сантиметров. Вот и все. Вот и футболочка наша готова. Так что, да, и как я обвязывала горловину и пройму. Я сделала набор петель, посчитала только, чтобы здесь было, и здесь одинаковое количество петель. Это обе проймы были одинаковые. Набрала просто, получается, чисто черной пряжей. И потом я стала закрывать. А закрывать я стала не сразу, когда две вместе, а когда провязывается и закрывается. Я провязывала изнаночной петлей и закрывала. И получилась вот такая вот как бы косичка с рубчиком. Ну, мне вот этот рубчик показался сильно нужным, потому что, ну, как бы, чтобы он был с... совсем полотном схожий, но могу так сказать, что на черной пряже, наверное, ну, не особо видно. Так что вот и наша футболочка готова. На самом деле вяжется не так сложно, да, нормально вяжется, сказала бы, что довольно-таки просто. Единственный момент меня маленько, конечно, напрягал, это убирать нити. Тут хочешь не хочешь, а нити образуются. Но для этого, кстати, про нити я хотела сказать, что каким образом можно еще вязать, да? Сейчас вот это модно, чтобы торчали нитки, да? Как бы, может быть, есть какие-то остатки.
Пряжи прямо небольшие. Я думаю, что вот как раз вот такое изделие будет очень подходящим для такого варианта, да? Вывязываю, то есть можно вязать в разных направлениях, разные по количеству, да, и в принципе даже чтобы перед и спинка не совпадали между собой. И провязывая, допустим, какой-то, ну, все концы будет, наверное, не очень красиво, будет сильно мохнато смотреться, а какие-то кончики оставлять торчащими. Ну, или там как-то, то есть я думаю, что вот это, в этом варианте очень много, то есть взяв за основу вот такую футболку, можно очень много идей реализовать по цвету, по форме, по израсходованию остатков и так далее. Можно будет связать простые эти рукава, я думаю, ну, вот как раз вообще не заморачиваться. Единственное, что... Все-таки на плечах я предлагаю делать такой шов, чтобы он был, ну вот как в данном ситуации, не каркасный. Ну вот, допустим, как имитировать петля в петлю, да, и чтобы вот этот шов был не каркасным, чтобы он все-таки на плечах маленько потянулся и придал некий скос плеча наш анатомический. И насчет горловинки. Если вы, конечно... Вот я показываю сейчас со второй стороны. Сейчас покажу, как она выглядит с изнанки. Да? Если вы, конечно, ну, здесь не важно, какую сторону наденете, потому что ростка абсолютно здесь нет. И если вас устраивает, когда близко к горлу, то можно вот поуже, да, сделать. А так можно все-таки побольше, еще немножко даже побольше делать горловину. Ну, как бы, чтобы не торчало особо нижнее белье. Опять же, если вы, наоборот, желаете, чтобы приспускать на плечи, да, вообще сделали большие разрезы, горловину, грубо говоря, практически от косточки до косточки, ну, чуть меньше, чтобы была возможность как-то фиксировать эту футболку. Так что... Желаю всем удачи, дерзайте, девочки. Не бойтесь, девочки и мальчики, не бойтесь творить, это все прекрасно. Сейчас я покажу изнанку этого изделия. Так, ну и вот изнанка моего изделия. Я не буду подправлять вот эти здесь чуть-чуть, где-то местами торчат ниточки, которые я заправляла. И я иногда боюсь отрезать слишком близко к основанию, к полотну. Поэтому... Ну, вот так. И хотела еще сказать, в данной пряже это не интересный эффект, а если взять какую-то однотонную, то наоборот, это был бы очень интересный эффект, что какие-то мы полотна, ну, полосы вяжем вот таким образом, то есть по лицевой лицевая, по изнаночной лицевая, а другую какую-то полосу мы, фрагмент можем провязывать наоборот, как бы имитируя вот эти швы, да, то есть, понятно, да, как бы начать вязание с изнаночной стороны, и получается лицевая-лицевая, и мы такие вот эти швы будем имитировать. И можно не по всему полотну, а какой-то фрагмент, и это будет смотреться клёво. Вот, как бы смотрим, что, конечно, ниток здесь получилось миллионы тележка. В общем, ну ничего. Это мелочи жизни. Так что вот такая изнанка у полотна. Про боковой шов я сказала, да, что я его просто сделала в итоге крючком. Не стала заморачиваться, хотя изначально пыталась также имитировать... Ой, слово, девочки, ну, типа петля в петлю, провязывая сюда. Но очень, казалось, мне это не хотелось, в общем, делать. И поэтому я вот таким образом. Также про разрезы. Сделали подлиннее и разрезы побольше. Девочки, ну, правда, оно того стоит. Такую иметь футболочку на сменку, это прекрасно. Так что, надеюсь... что мой скомканный мастер-класс кому-либо пригодится. Так что подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я думаю, что летом мы с вами свяжем еще что-то такое и на эту тематику.